хобби, художественный руководитель Кати Пыжик Александровна. И готовит именно баян-аккордеон для этого коллектива нашего Мороз Людмила Николаевна. Перед вами сегодня выступила только младшая группа. У нас еще есть старшая группа этого ансамбля. Я очень надеюсь, что в скором будущем вы увидите и старшую группу ансамбля «Родный». Уважаемые родители, продолжаем наше собрание. И позвольте мне вам представить, кому важного события и для нашего города, и для нашей области выборы депутатов в местные советы двух кандидатов, которые...